даже не думай, не пропущу. Такс, блин, пропустит, не пропустит? Главное, не смотреть в его сторону. Брат! Бля, ты слышишь, что ли? Кандыштемна, еси. Вижу, вижу я. Это? Себе в ушко побибикает, пибикает у меня, я тоже спешу. Я проехать туда бы, брата! Карама, карама, сайхал десиш. Кайта-кайта пиклдак поэтал еще? Братан! Ту ема. Ха, братан дек коят, джерин каждый второй пропускать ед, умник. Эй, осындай долбандар шашында ағартатын болды. Проезжай, проезжай. О, души, рахмет. Кечина. Бля, вот так вот пропускаешь, пропускаешь, потом сам опаздываешь, блин. Надоели вот так, кастрофот, бумать на себе. А что рахмет не сделал? А, сделал, да? А что два, один раз? Вообще два раза я делаю, блин. Кастрофот, кастрофот, ёкнук, блин. Девчонки, сабр, сабр, его разажи. Алло, родной, быстрее говори, быстрее, только у меня ураза. Давай, давай, перезвоним после ифтара. Че там, кстати, родной сегодня, где заифтаримся? Эй, мешок, всего три раза, что ли? Родной, ураза же просто. Раньше до уразы, по идее, 20-30 делал смело. Что там, брат, сегодня поможешь мне переехать? А, не-не-не, брат, на ураза же. После ифтара я же тоже держу, брат. А, да? Навряд ли, родной, просто. Я после ифтара, видишь, сухур же просто. Так, понятые, все, здесь, да? Здесь, Успанов, блядь, снимаешь ты, нет? Да, снимаешь? Снимаю. Все, значит, мы в данный момент находимся в подпольной квартире, где ведет вот незаконный, нелегальный бизнес, так называемый боди-массаж. Теперь весимо. Вот. Так, давай, фамилия, имя, отчество. Убери, блядь, скажи фамилия, имя, отчество. Быстро. Больно же, если убили бы. Кумарова Элеонора Маратовна. Сука, они нервируют, блядь. Не, Кумаров Эльдар Маратович. Кумаров Эльдар Маратович, вот. Так, быстро, на камеру сказала, чем вы здесь занимаетесь, быстро. Вы лучше вон у своего Успанова спросите, чем мы занимаемся. Да, Успанов? Когда долг отдашь? Эй, рот свой закрой, дура, блядь! Рот закрой свой! С тобой, Успанов, блядь, я потом поговорю, понял? Ты быстро говори, чем вы здесь занимаетесь? Браво, мужики. Классно отработали. Че, не додумались, да? Что я под прикрытием? Какой бы под прикрытием, блядь, студенческий меня пихает? Стоит, видишь, Успанов, да? Охреневшие, блядь. Оформляем. Ты спецотдел зови нахрен, я уже задолбался. Ага. Че? Давайте договоримся, ё-моё. Пожалуйста, ну, без камер только договоримся. Ты, я при исполнении, блядь, ага. Ты перед камерой, ты больная, что ли? Больной, что ли? Ага, у вас здесь грыжа? Блядь, другим голосом говори, другим. А, все, извините. У вас здесь грыжа, ага. Сука, я знаю, блядь. Джуни. Ага, да, конечно. А этот, Жазира тебя еще тут это, Канина хочет поздравить, на. Сындр, пират, он баган. Алло, Чужизира, здрасте. Да-да-да, с днем рождения вас. Да-да-да, спасибо. Ага, давай. Телевизор выключайте на улице, Молли. Я не понял, ё, ты чё, где этот, целлофан где от этого? Чё, голова болит, да? Это всё из-за ваших телефонов, вот эта вот радиация, перед сном, вот так ложитесь, конечно. Вот микроволновку, говорю же, не грейте еду. О, нормально, на газу грейте. Это радиация же. Вот, вот этим вот феном пользуйтесь, говорят же, не пользуйтесь. Потом из-за радиации вот голова будет болеть, волосы отпадут. Эй, эй, чё ты опять близко сидишь? Зрение упадет, говорю же, дальше сядь, ну-ка. Жан, а если бы нужно было переспать с моей подругой, чтобы спасти мне жизнь, ты бы сделал это? Ну, чтобы спасти тебе жизнь, да? Да. Да, я бы переспал бы с ней. Я бы, знаешь, снял бы гостиницу. Мы бы всю ночь бы занимались любовью. Я бы ее целовал. Ну, чтобы тебя спасти. А потом на следующий день еще раз бы повторил бы все это. Ну, чтобы тебя спасти наверняка, понимаешь? Да. А потом бы я отвез бы Оселю домой. И все. Оселю? А? Какой Осель? А что? Я тебе про Мадину говорю. А? Свою лучшую подружку. Про Мадину?
А, нет, наверное, Жан, ну, я же тебя люблю. Ну, как я буду спать с другой? Нет, Жан, ты чё? Я же твоя дура. Витя, смотри, 4 этажа, 6 спален, 8 санузлов, 3 вот таких огромных зала. Как раз вот там у меня баня стоит с бассейном, братан. Там есть охрана. Смотри, видишь, участок, деревья, все было как положено, брат. Ну, давай, ключ на ключ. Ключ на ключ, ты чё? У меня же Camry 75, еще полная комплектация. С комплектом зимней резины. У меня GSM заводится с телефона. Не, ключ на ключ, ты че? Я лучше чуть-чуть подожду и на торговый центр какой-нибудь поменяю на ключ на ключ. Ну, брат, мы же договаривались, ну. Ну ты что-нибудь добавь? Добавь? Мало вот это мало. Добавь что-нибудь. Брат, у меня дача есть. Брат, я очень хочу на Camry покататься, родной, ну, я не пожалуйста. Знаю, дача. Ну, Медя, кусаешь интернет. Че, братан, ты оразу держишь, да? Да, держу. Я базара, нет, хабл был сын. Че этот вчера что делал? Вчера на ифтар что кушал? Лагман. Лагман кушал? Какой? Гуйру, сыру? Гуйру, брат. Гуйру? А где кушал, где кушал? Дома, да. Дома с кем кушал? С родителями. С родителями? Да, ты че, прям все вот сидели, да, вот так кушали, да? Вилка, ложка? Вилка. Вилка, а, классно. Потом что делал тебе? Ну что, на Амирас, на Есентай, на Компас поехал. Да ты че, мне раз Есентай, Компас, сколько ехал, сколько, 80? Да. По Альфа-Раби, да? Да. Я базара, нет. И че делали? Ну че, с пацанами поставили пообщаться. А, да? Да. Че одел ты? Спортивки поехал. А сам че вообще, ты этот, козерог, да ты, телец? Все, брат, мне ехать, да, дела у меня есть. А, да, ты че? Все, конечно, че за дела у тебя? Да так, есть дела свои. Че, свои там, да. Или чужие? Свои. Свои? Ладно тогда, что ты сейчас, прямо сейчас пойдешь? Да, брат, пойду. Все, давай, конечно. Все, давай. Брат! Оу! А что за дела, что за дела? Ой, запарил. Блядь, что это, что за природа, что ли, разве? Выше надо бы подняться, там воздух чистый. Я не пойду выше, не пойду, там насекомые ходят, я не пойду. Как еще, насекомые, они не кусаются нормально? Они кусаются, у них зубы есть. Да ты достала, блин, вот у меня фильтр есть. На, привыкни, чтобы это нормально все было. Ничего, даже они вот так по телу будут ходить, ничего страшного, они не кусаются. Вот, смотри, фильтр, паучок вон, смотри. Фильтр. Ну убери его! Ну убери! Да ничего нет, да нет у тебя ничего. Пожалуйста, убери! Да у тебя ничего нет, это просто фильтр. Ну убей ты его, блядь! Да, блин, это хорошо, на! Блин, шеф, там дофига журналистов собралось. Ой, бля. Ладно. Менім ана дешманский курткам байды. Артты жатыр. Все, давай, кейін, шығайын журналистерге. Без паники, без паники. Не надо вот там в соцсетях, китватер, типа, после дождя, вахтау, асфальт упал, пропал, деп. Бұндай керек жоқ. Бұн барлығы специально. Мы нашли нефть. Нефть. Сейчас ведутся археологические раскопки. Как говорится, жана Казахстан, жана мұнай, жана бюджет, жана коррупция. Она жана бюджет вырежьте, ладно, там, вот до туда только и все. Можно я пойду, у меня там тюльпаны поливать надо. Межа? А? Не поняла, кто такая Анжела, что она тебе пишет? Да вчера в клубе познакомились, телефон взяли, поменялись просто. Не поняла. Ты что, нюх потерял, что ли? Дана, ты что, не понимаешь? Мы сейчас во сне находимся. Ты во сне, я во сне. Если бы не сон был, я бы такие вещи не говорил. Ты что, с ума сошла? Во сне можно что хочешь говорить. Да? Во сне? Да, это же сон у нас. Мы сейчас спим давно. И во сне разговариваем. Вот если не веришь, ущипни себя, меня там ударить. Боли не будет, Дана. Это сон, потому что. Да? Я бы наяву такие вещи не говорил. Ты что? Мне даже как-то приятно. Все, давай, спи. Интересно. Видишь, вообще не больно. Так, Санжар, это самый, да, большой ресторан? Да, самый большой ресторан, называется Султан Сарайя. Самый красивый? Ну, красивый, самый красивый, да. Точно самый? Вот, точно, точно, Соля Оскаровна. Так, занимай на всю неделю. А что случилось, Соля Оскаровна? Короче, у этой Маржан скоро день рождения. Знаешь, что она мне говорит? Что говорит? У меня будет день рождения лучше, чем у тебя. У меня, у Сауле Оскаровны, вообще офигела. Сауле Оскаровна, а зачем на неделю? Может быть, занять на дату, где у нее день рождения? Да потому что я не знаю, когда у нее день рождения. Занимай на неделю. Хорошо. Сауле Оскаровна, а может быть, всех топовых ведущих тогда занять? Кстати, точно. Всех. На неделю. Всех топовых. Шоу-программу, всюду. Всех. Устрою я ей.